Немецкая компания Bernstein вот уже более полувека является одним из самых крупнейших производителей высококачественного ручного инструмента для электронной промышленности и сферы обслуживания. Перечень номенклатуры составляет десятки наименований. Универсальные держатели, длинные и керамические отвертки, ножницы, стальные и антистатические пинцеты, плоскогубцы, щипцы, бокорезы, кусачки, наборы отверток, кусачек, торцевых ключей и многое другое. Сегодня мы продолжим рассказ о пинцетах, выпускаемых компанией Bernstein. Прецизионные пинцеты предназначены для СМД-монтажа. Антибликовые, антимагнитные, кислотоустойчивые, нержавеющие. Классический прямой пинцет модель 5051 имеет длину 115 мм и вес 15 грамм. Особенность модели 5049 – миниатюрная, очень острая рабочая часть. Длина пинцета 110 мм, вес 12 грамм. Рабочая часть модели 5052 – суперострая, изогнутая под углом. Длина пинцета 110 мм, вес 13 грамм. Интересно, суперострая изогнутая серпом модель 5054. Ее плоские оконечные грани специально предназначены для монтажа чип-компонентов. Длина модели 120 мм, вес 16 грамм. Рабочая часть модели 5055 очень острая, имеет серповидную форму. Длина модели 120 мм, вес 16 грамм. Особенность двух следующих представляемых пинцетов является самозахват, обеспечивающий дополнительное удобство в работе. Модель 5057 с прямой, очень острой рабочей частью и модель 5058, чья рабочая часть изогнута. Длина инструментов 120 мм, вес 13 грамм. Универсальные инженерные пинцеты предназначены для выполнения различных радиомонтажных работ. Данные пинцеты выпускаются в нескольких вариантах исполнения. Например, модель 5121, прямой узкий пинцет с легкой насечкой, выпускается в 5 модификациях. Стальной пинцет с никелированным покрытием, модель 5121. Пинцет из нержавеющей стали с матовой, не отражающей поверхностью, то есть антибликовой, модель 5121-7. Стальной пинцет с никелированным покрытием рабочей части и прочным покрытием ручек из поливинилхлорида. Существуют такие варианты пинцета с антиаллергенным и тефлоновым покрытием. Длина пинцетов 120 мм, вес 14 грамм. Прямой универсальный стальной пинцет с никелевым покрытием предназначены для тяжелых работ модель 5117. Широкие округлые губки с глубокой насечкой предназначены для плотного захвата любых деталей или радиоэлектронных компонентов. Длина пинцета 145 мм, вес 25 грамм. Также существует вариант данного пинцета с покрытием ручек из поливинилхлорида модель 5117-6. Супердлинный стальной пинцет с покрытием ручек из поливинилхлорида и изогнутой рабочей частью с легкой насечкой модели 5107-6. Длина пинцета 150 мм, вес 22 грамма. Безупречно удобный, точный и долговечный инструмент компании Bernstein надолго обеспечит вам комфорт и удобство в работе. Индивидуальный подход каждой выпускаемой единицы инструмента, а именно настройка-подгонка, это есть то, что можно назвать настоящее немецкое качество.